Мы приветствуем всех любителей хоккея из города Большого Яблока и предлагаем вашему вниманию четвертый матч первого раунда плей-офф клубов Montreal Canadiens, New York Rangers. В составе Montreal Canadiens никаких изменений не происходит, а в строй New York Rangers вместо Тайна Глаз возвращается Павел Бучневич. Возбужденная атмосфера Madison Square Garden располагает хозяев на подвиги, а результат приходит на 12-й минуте стартового отрезка. Оскар Линдберг выигрывает вбрасывание в нейтральной зоне, Майкл Грабнер простреливает от синей линии, а Джаспер Фасс первым зажигает красный фонарь за воротами Керри Прайс. 1-0. Но ненадолго. Гости вынуждают Рейнджерс на ошибки и возвращают должок под занавес периода. Монреаль ловит хозяев на пересменке. Александр Радулов грамотно распоряжается на входе в зону, а Тори Митчелл и Ше Вебер убегают 2-1. 1-1. С начала второго Нью-Йорк постепенно берет инициативу в свои руки, перебрасывает соперника 12-6 и вновь выходит вперед на 5-й минуте периода. Закрепившую зону соперника Райан Макдона набрасывает на пятак, а Рик Нэш обыгрывает Керри Прайс в ближнем бою. 2-1. В третьем монреальцы делают отчаянную попытку переломить ход событий, создают несколько опасных моментов у ворот Рейнджерс, но с реализацией не получается. А Нью-Йорк Рейнджерс доводит дело до победного конца и выравнивает счет в раунде. 2-2. Кирилл Киселев, Нью-Йорк, NHL.com.